Площадь Славы, Арсенальная. И вот сейчас заходим в парк. Гостиница «Салют», известна своей архитектурой. Здесь парк детей и юнацтва, где во все времена елки были. И вот, собственно, уже начинается сквер. Вот здесь на 9 мая всегда возложение. Вечный огонь горит. Вот, мемориальный комплекс Вечной Славы, 57-й РИК. Вот так он выглядит. Вот такая площадь Славы.